Православный календарь. Седмица 15 по Пятидесятнице. 27 сентября, понедельник, строгий пост, день воздвижения честного и животворящего креста Господня. Двадцать восьмое сентября, вторник, по празднеству воздвижения креста Господня, день великомученика Никиты. Двадцать девятое сентября, среда, день постный, день иконы Божией Матери, именуемой «Призри на смирение». Тридцатое сентября, четверг, день мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Первое октября, пятница, день постный, день прославления преподобной Ефросинии Суздальской, в миру Феодулии. 2 октября, суббота, день благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев. 3 октября, воскресенье, день мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора. Чудотворцев. православный телеканал Добро ТВ желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе.